Замок Жлебы приоткрывает нам завесу истории рыцарской эпохи. Сегодня наше путешествие немного с ноткой мистики. Так что же хранит в себе замок? Смотрим вместе. Это место приоткрывает завесу истории и дает представление об образе жизни тех времен. В замке можно посмотреть интерьер и быт чешской аристократии. Вход на территорию замка свободный. Конечно, в рамках графика работы. Архитектура замка стилизирована под жилище средневекового рыцаря. Позже замок был перестроен в некую романтическую форму по английским образцам. Так нам гласит история. Здесь, в непосредственной близости от замка, течет речка Доубрава. В этом месте она образовала глубокий желоб. Благодаря этому городок получил свое название – Жлебы. Это небольшое поселение насчитывает около 1300 жителей. Такая прогулка в средневековье находится в 20 километрах от туристического города Кутна-Гора или в 85 километрах от Праги. А вот в помещение замка вход платный, причем зоны для проведения экскурсии разделены на три маршрута. В кассе нас ознакомят со схемой замка, на которой обозначены красным, синим и зеленым зоны для просмотра. Посещение одной обойдется от 160 крон. Также здесь предлагают перенестись во времена рыцарских турниров путем организации фехтовальных поединков по реальным историческим сюжетам. В помещениях замка имеются коллекция холодного оружия рыцарских времен, живописи, а также предметы быта. Как и во многих старинных замках, здесь есть свое привидение. В путеводителе по замку оно описано как строгая гувернантка, которая практически по пятам следует за посетителями. Считается, что живя в 19 веке, строгая гувернантка трагически погибла, упав с башни. С тех пор привидение не оставляет в покое гостей замка. Вот такая мистическая нотка. Окружает Жлебский замок прекрасный парк в английском стиле с охотничьим домиком и заповедником. Это отличное место для прогулки вдоль реки.
Это путешествие, как еще один кусочек пазла в нашей картине, которую мы традиционно смотрим вместе.